Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз распакуем объектив. В прошлом видео мы распаковывали комплект объективов 5 в 1 фирмы Apexel. Сейчас пришел еще один объектив. Называется он аноморфотный объектив. Для того, чтобы получать фото и видео, в большей степени видео, в формате 21:9. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Поставляется вот в таком варианте. Стандартная упаковка в белом виде. Причем тоже запечатано, как и в прошлый раз, простым скотчем. Внутри упаковки у нас находится непосредственно чехол с карабинчиком для того, чтобы зацеплять и носить с собой непосредственно на место съемок удобно. Также есть универсальный зажим. Единственное отличие от предыдущего универсального зажима в том, что там у нас была резьба 17 мм, здесь уже идет не резьба, а специальное крепление, которое называется C-mount. То есть C-крепление, чтобы не заворачивать. Хотя вариант с резьбой подходит лучше и надежнее, потому что сам зажим металлический, а вот место, где происходит фиксация объектива, она пластиковая. Со временем может произойти непоправимое, через определенное количество времени может сломаться пластик ввиду того, что стоит здесь на месте. Также вот сверху дополнение есть как бы в виде холодного башмака, то здесь можно что-то установить, там освещение или так далее, что используете во время съемок. Внутри также находится тряпочка для протирки объектива и, как обычно, непосредственно инструкция на китайском и на английском языке. Причем для того, чтобы пользоваться данным объективом, вам понадобится соответствующее программное обеспечение. Причем этот объектив разработан на премиальные смартфоны, такие как iPhone, Samsung, Huawei, Redmi. Понадобится программное обеспечение, это Filmic Pro или Pro Movie, либо Movement. Для того, чтобы сразу же получать непосредственно на экране тот вариант, который у вас получается при сжатии этим объективом. Либо на постпродакшене, когда вы уже непосредственно сидите на монтажном программном обеспечении, там это все дело можно сделать. Так, внутри этого чехла у нас находится непосредственно сам объектив. Вот крепление C-mount. И непосредственно линза, объектив для получения именно изображения из 16:9 получить 21:9. При съемке здесь помещается достаточно больше информации по сравнению с обычными объективами. Плюс еще появляется такая характерная синяя полоса от световых источников, там фар машин, либо фонарей и так далее, чтобы получить кинематографическую картинку. Все для этого и служит. Сейчас мы протестируем данный объектив на двух смартфонах. Это непосредственно Asus Zenfone Max Pro M1 и HTC Desire 825 Dual SIM. И посмотрим, как этот объектив будет давать картинку на этих двух смартфонах. К какому смартфону ближе подходит данная картинка, а какому нет. Сейчас составим некоторую композицию для того, чтобы протестировать эти два смартфона. И посмотрим, как данный объектив влияет на изображение и картинку. Тестируем данный объектив аноморфотный на смартфоне Asus Zenfone Max Pro M1.
тестируем аноморфотный объектив на смартфоне HTC Desire 825 Dual SIM.
Итак, как видим, все у нас работает. Прекрасно взаимодействует со смартфоном. HTC Desire 825 Dual SIM. Кому нужен этот объектив, решайте сами. Я свой осознанный выбор сделал и предоставил информацию о них в данном видео. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.